пока еще сделаем провода. Так. Только нужно еще медь. Медный порошок пожарить. Так, сейчас вот ты уже сильнее тратишься. Откуда он там выдает электричество из дырки, что ли? Мне там писали, что батбокс только из дырки электричество выдает и со всех остальных сторон принимает. Так, 6 меди мы должны сейчас получить. Эти кирки чинить нельзя, правильно, правильно. Рельсы, скоро мы снова пойдем в каньон. Немного погодя. Тут у нас один камень, тут уже два камня всего образовалось. Палки жарим. Сейчас доски еще пожарим. Потом что мы еще пожарим? Мы пожарим с вами еще лодку. И думаю, хватит. А как? Лодка не жарится, оказывается, что ли? А я думал, можно использовать как топливо. А нет, на самом деле. Поэтому жарим мы с вами раздатчики не получится. Один сундук. Уж его-то можно. Это я знаю. 5 медных проводов у нас, кстати, уже есть. Поэтому можно их изолировать. 6 камней есть, мы должны выложить их так. Потом, что там еще? Механизм сейчас будет и электросхема. А, так, железо у нас здесь. Как тратить? Вот сейчас ты это сделаешь. Сразу мы уберем. Так, снова порошки подкладываем. Давай. Чё за звук был? Вы слышали это? Офигеть. Немножко странноватый звук сейчас был. Все, пошло дело. Тут снова подкладываем порошки. Надеюсь, это будет в скором времени готово. Все эти слитки. А пока сделаем еще проводов. Это вот так вниз. Резиновую вот сюда. Где у нас там еще резина была? Вот здесь. Целых 63 штуки. Так, у нас сколько? 17 проводов уже есть. Поэтому давайте сделаем сейчас электросхему. Перед этим нужно пожарить железный слиток. На бумаге нельзя. На чем бы пожарить? Видимо, все-таки мне придется один уголь под. Чё за? Так, уберись, пожалуйста. Где мой? Видели? Уголь исчез. Все-таки мне придется один уголь потратить, и все-таки мы его сейчас постановим вот так. Сейчас получим закаленное железо и сделаем электросхему. Готово. Это для индукционной печи, по-моему. Или все-таки для компрессора то. Нет. А, да, да-да-да. Механизм. Механизм уже сейчас будет готов. Я был прав. Как раз ровно 8 железа нужно. Пожарим здесь на обычном топливе. Остатки угля все-таки складываем вот сюда. Так как тут нужно ровно один уголь, а видите, горение всего наполовину. А, чё я туплю, можно же из латекса уже сразу. Сейчас получать резину. То есть сразу 3 механизма будут работать. Так, смотрите, так, так, тратится, тратится. И здесь тратится, тратится. То есть все механизмы у нас сейчас задействованы. Прикольно. Будет компрессор, и куда мне его сейчас подсоединять? Я вот думаю. Походу, вот сюда.
Да, точно, точно, точно. Нужно еще же сделать мне, как это называется? У нас есть бронза. Нет, бронза. Нужно сделать гаечный ключ. Вот, ключ. С помощью него мы можем сейчас перемещать, точнее, поворачивать все эти механизмы. И еще с помощью него можно ломать эти самые механизмы. И при этом они будут выпадать, а не то, что раньше будет выпадать механизм. Механизм раньше выпадал. Так, из... Нужно еще же закаленное железо сделать. Какие успехи у нас здесь? Медь плавится. Железо плавится. Ой, медной руды у нас сколько. Это долго будет. Тут резина. Давайте возьмем наше дерево. У нас есть дерево гивея. Сейчас получим еще до хрена резины. Потом возьмем ростки гивея. Из них тоже можно по резине получить. Хотя нет, я не хочу их тратить, они все-таки мне еще пригодятся. А пока пойдем расстреливать всяких криперов, например. Ну-ка, где вы там? Я вас убью ведь. Тут у нас потек и гивея. И никаких монстров в округе я не вижу. Хорошо. Не хотите, как хотите. Все спрятались от меня. Боятся, как услышали грохот мушкета, так сразу попрятались по своим домишкам. Правда, какие у них дома есть? У них никаких домов-то и нету. Там где-нибудь в укрытие спрятались и пережидают. О, за закаленное железо, оказывается, тоже опыт дают. Правда, в обычной печке. В этой крутой печке не дают. Итак, сейчас у нас уже готов компрессор. Отлично. Ставим мы его вот здесь. Да, он наполнился энергией, значит, все отлично. Теперь мы потом будем... Что мы будем делать в компрессоре? Я уже забыл. Для чего он там нужен? Компрессор. Компрессор. Итак. Он используется в утилизаторе даже. Офигеть. И что он может там делать? Вот. Из угля можно делать. Факелы, хорошо. Огненные шары, хорошо. Хорошо, хорошо, это я понимаю. Это да, это понятно. Это понятно. Вот, муцератор. Мы его дробим, потом можно использовать в солнечных панелях. О! Ничего себе! Ага. Не знал, не знал об этом. Строительная пена никому не нужная, наверное. Батарейки сможем делать. Вот, угольный шарик, углеволокно. Правда, это просто крафтить. А в этом именно сжимать. Но походу вот. Мы крафтим углеволокно. Делаем из него углеткань. И потом в компрессоре сжимаем в углепластик. После чего используем его при крафте индукционной печи. Нужно две штуки. Потом делаем еще. А, потом сжимаем еще вот, вот такие слитки. Можем сейчас даже одну штучку сделать, наверное. В принципе, можем, да? Что там нужно еще? Давайте посмотрим. Индукционная печь. Новейший механизм. Композит. Слиток. Закаленное железо, бронза, олово. Угу. Закаленное железо. То есть еще нужно. Тут у нас уже, благо, полно порошков железа. Медь. Есть. И давайте потом... Все это железо переплавим здесь. Да. Экстрактор у нас вырабатывает... Что он вырабатывает? Резину. Компрессор готов для сжатия угля. В угле пластик, в угле пластину. Композитный слиток мы скоро уже тоже сделаем. Все отлично.
А пока у нас тут ночь. Нет, еще не ночь. Но мы сейчас уже ляжем спать. И все-таки будут так пробовать. Покушаем, ладно. Не буду тратить время зря. И пойдем охотиться на криперов. Все, капец вам, ребятки. Капец. У меня есть оружие разрушительного масштаба. Мушкет. Ну где вы? Ну где вы там? Я жду вас, я хочу вас убить. Я хочу вас. Ну убить. Убить. Ну хочу. Я хочу вас убить. Ну убить. Давайте. Где вы там? Это же не больно. Ну почти. Ну там всего вы исчезнете. Ну ладно, ладно, всего из вас там порох, опыт выпадет, я соберу. Но вы хоть пользу принесете. А не просто взорветесь, как крипер, например. О! Потенциальная жертва. Как я прокосил жестоко. У него же отдача есть, так что нужно это учитывать. Как? В упор стрельнем, хорошо. Сдох. Ладно, пойдем на базу, то что-то я кашу. И наше железо уже готово. Черт, я так и думал, что не закрыл эту дверь. Порошок железа тут еще есть у нас. Железные слитки 20 штук, аж целых. Давайте получим сколько. Там нужно 3 закаленных железа. Для новейшего механизма-то. 3 закаленных, 3 бро. А, нужно же сколько? А, ну как раз 2 композитных слитка получаем, как раз 2 этих предмета. Все, уже все, хорошо. Ну ладно, плавь, если хочешь. Пока будем с такими ресурсами таскаться, пойдем вот... Куда мы пойдем? Вот сюда. 3 закаленных железа, 3 бронзы и 3 олова. Получаем 2 композитных слитка, которые мы сейчас зажмем в композит. Отлично. Скоро же будет инновационная печка готова. Парни, это охрененно. Тут закаленное железо готовится. Берем его полностью. Так. Тут железная руда, потом еще олово переплавлять. Медь, еще медь, о, еще олово. Ой, сколько это долго. Потом еще только уголь в самом конце. Пойдем пока охотиться на порох. Потому что нам нужен в первую очередь от криперов. Ладно, пока еще постреляем в этого скелета. Чтобы нам не мешал. Он так повернулся, только его сразу убили. Жалко, скелет. Здорово. Сколько там патронов? 10 штук осталось. Неплохо. Краник пока можем сделать. Но я пока все равно схожу вот сюда. 2 композита мы получили. Осталось вот тут уголь наш сломать. Сломать. Не знаю, вы поняли. Раздробить, вот, точняк, раздробить уголь осталось. И пока давайте мы займемся интерьером комнаты от нашей, а то. Что-то тут стекол нет, заметили? Нам нужны стекла. 5 песка у нас есть. Поставим еще здесь 3 факела. Так, для уюта. Как раз по центру комнаты. Поставим 3 факела здесь. И пока там все жарится, плавится, ломается, дробится, мы поищем крипаков. Но попадаются одни зомби, которых мы тоже, в принципе, можем убить. Правда, могли с меча, но... Сами понимаете, с какого арбалета? С мушкета намного интереснее убивать. Тем более, он убивает с первого удара. А мечом нужно 4 раза... стукнуть.
Печалите вы меня сегодня, нет вас вообще никого. Как так можно? Прям вообще. Ладно, этого с меча убью. Так, скелет какой-то страшный. Не стреляй, пожалуйста. Ну, сам напросился. Так бы тебя, может быть, с меча убил. Это дольше, из-за чего ты смог меня ударить еще раз. О! Деритесь, деритесь. Деритесь. Ах, ох, вас сколько. Вот вы коварные. Но все равно вы меня много хп не снесете особо. Чё, все что ли? И все? А я думал, вы еще на что-то способны. Оказалось, не судьба. Ну ничего, повезет еще в другой раз. А пока я возвращаюсь к себе домой. Устаю чуть-чуть говорить. Тут 5 стекла. Кстати, красивое стекло здесь. Ломаем ручками все это. Как раз 5 стекла, я знаю, куда мне положить, поставить. Долбим доски. Вообще места у меня в инвентаре уже нету. Вот такие вот стеклышки. Как дела у нас обстоят здесь? 18 порошков железа. Еще плюс здесь. В компрессоре скоро начнем сжимать уголь. Тут у нас 33 резины. Отлично. Что еще скажешь? Уже половина осталась. Давайте мы подзарядим эту штуку, чтобы потом новые капсулы сделать и наполнить их. Вот, 8 штук у нас осталось. Надеюсь, этого хватит для полной подзарядки. Ну нет, почти полной. Неплохо все равно. Этот генератор обеспечивает всем. Где ты там ходишь, не пойму. Здорово. Чё за бред? Как он посмел вторгаться в мою личную территорию? Я что, дверь опять не закрыл? Ну вообще. Здорово. Здорово. Черт. Здорово, говорю. Порох у нас есть? Нету. Милая плоть складываем вот сюда. Все оставшиеся слитки складываем сюда. Потом все это нам еще дробить. Ой, это сколько времени нужно? Это вообще. Все-таки я решил потом буду плавить. Точнее, дробить. 24 вида руд. Да. А сейчас я уголь сломаю. Для индукционной, точнее, навешиваем механизма для нового углепластика нам нужно ровно 8 угольного порошка, значит нужно 16 штук угля потратить на компрессор. Итак, последний. Последний блок железной руды у нас дробится. И отлично. Да, дробишься. Сейчас еще ждать этого угля нам. Как-то долго.